Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Баскетбольная Самара разыграет Кубок Федерации. Тольяттинские спортсмены приплыли первыми на чемпионате России. Самарский рэперист, двукратный чемпион мира среди кадетов. Кирилл Бородачев дважды поднимался на первую ступень пьедестала почета на первенстве мира по фехтованию. В Пловдиве, Болгария, он завоевал золотую медаль в командных соревнованиях. На пути к финалу россияне победили Австрию 30-14, Украину 30-18, Румынию 30-19. В матче за первое место сдалась Канада со счетом 30-21. Бронзовые призеры – Южная Корея. Еще одну золотую медаль Бородачев завоевал в личном зачете. Успешно выступают и самарские пловцы. 46 медалей ветераны привезли с чемпионата страны. В копилке 17 золотых, 10 серебряных, 12 бронзовых, а также 7 эстафетных. 2 золота, 3 серебра и 2 бронзы. Чемпион мира 2015 года 82-летний Станислав Визовский из Красного Яра занял второе место. Но чтобы его обогнать, конкурентам пришлось установить 3 рекорда России. А вот чемпионка мира Наталья Кораблина плыла вне конкуренции. У нее 4 золотые медали в эстафете и на спине. Неудача в плей-офф чемпионата Суперлиги не означает, что сезон для баскетбольной Самары завершен. Команда поборется за Кубок Федерации. В новом утешительном турнире сыграют команды, не попавшие в плей-офф и выбывшие из четвертьфинала. Они разыграют места с 5 по 12 в итоговой классификации. 8 команд поделили на 2 группы. 2 лидера после первого кругового этапа выйдут в финал 4, который пройдет 19 и 20 апреля. Самара попала в группу А, ее соперники – Химки Подмосковья, Ижевский Купол и Урал. В группе Б сыграют МБА, Рязань, Темп, Свердловская область и Сахалин. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой!